Нормы проживания в многоквартирном доме прописаны в правилах номер 292 ПР, но не все жители их соблюдают. Собственники помещений жалуются в управляющую компанию и жилищную инспекцию на таких соседей из-за шума, антисанитарии и хранения ими своих личных вещей в коридорах. Я хочу познакомить вас с тем, что в разных ситуациях могут сделать управляющие организации и владельцы квартир, чтобы решить проблему. Проживание в многоквартирном доме предполагает взаимовежливое и уважительное обращение с соседями, соблюдение элементарных правил проживания в многоквартирном доме, а именно не создавать шум по ночам или по утрам в выходные дни, не курить и не мусорить на лестничной клетке, убирать за питомцем и многое другое, сделает ваше проживание комфортным и позволит установить дружеские взаимоотношения с остальными жильцами. Проживание в современных городских квартирах накладывает на жильцов ряд обязанностей, связанных с соблюдением прав соседей, а также необходимостью содержания общедомового имущества. Нарушение правил проживания в многоквартирных домах может способствовать привлечению к административной ответственности. Правила проживания в квартирах определяются федеральным и региональным законодательством. Жилищным кодексом, приказом Минстроя номер 292 ПР определяет правила проживания в многоквартирном доме для владельцев жилплощади и арендаторов. Постановлением номер 491 определяет понятие общедомового имущества и обязанности жильцов по обслуживанию и содержанию такого имущества региональными законодательными актами. Владелец жилого помещения в многоквартирном доме вправе использовать его для проживания в пределах, установленных жилищным законодательством, а также федеральными санитарными и техническими нормами. К сожалению, часто собственники не соблюдают правила проживания в доме. Сегодня мы расскажем, что делать в данной ситуации. Захламление мест общего пользования. Согласно жилищному кодексу, собственники многоквартирных домов отвечают не только за содержание своей квартиры, но и общего имущества и должны поддерживать его в надлежащем состоянии. Жители обязаны не допускать бесхозяйственного обращения с ним, соблюдать права и интересы соседей, правила пользования помещениями в доме. Законодательством запрещено хранение личных вещей в местах общего пользования, ведь это нарушает правила пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологические нормы. Часто в подъезде можно наблюдать скопление колясок и велосипедов, сломанной техники, мебели и прочее. Если у вас в подъезде имеется факт захламления, необходимо направить письменное обращение в свою управляющую организацию. Управляющая организация во время проверки должна зафиксировать факт загромождения общих помещений, при свидетелях произвести фото и видеофиксацию нарушения, а также составить акт. В акте необходимо указать дату, адрес дома, место составления документа, состав комиссии, данные о фото или видеосъемке. Оштрафовать жителя дома за захламление мест общего пользования вправе только контрольно-надзорные органы. Ведомства могут привлечь к ответственности не только владельцев бесхозных вещей, но и управляющую компанию или ТСЖ. В случае, когда управляющая компания не может установить владельца бесхозных вещей, необходимо вывесить объявление о сроке, которому вещи должны быть убраны, и о последствиях невыполнения требований. Если же мирные переговоры и предупреждения ни к чему не привели, управляющей организации необходимо обратиться в надзорные органы либо в суд. Также в надзорные органы и в суд могут обратиться сами собственники, в том числе и с коллективной жалобой. Шум соседей. Одно из самых распространенных нарушений правил проживания в доме – шум или ремонтные работы во внеурочное время. Шумная деятельность в многоквартирных домах и прилегающих к ним территорий принимается федеральным и региональным законодательствами. В Республике Татарстан был принят закон Республики Татарстан номер 3 ЗРТ, а 12 января 2010 года, а в апреле 2023 года в Госсовете Республики Татарстан одобрен законопроект, в соответствии с которым шуметь в квартирах многоквартирных домов запрещено в период с 22:00 до 7:00, так как нарушает права граждан на сон и отдых. Исключение составляет новогодняя ночь, шум допускается до 3 часов ночи. Шумной считается деятельность, звуки которой превышают 45 дБ. В ночное время ограничены следующие виды активности граждан: строительные и ремонтные работы, перемещение мебели, громкое включение музыкальных проигрывателей, игра на музыкальных инструментах и пение, взрывы пиротехники, просмотр телепередач на большой громкости. Ограничения по шумной деятельности распространяются не только на квартиры граждан, но и также на подъезды, лестничные клетки, придомовые детские площадки и парковки. Если жители шумят по ночам, обратиться в надзорные органы или в суд, предоставив доказательства нарушения. За нарушение закона о тишине предусмотрена административная ответственность. Неправильное содержание животных. Содержание в квартирах домашних питомцев должно соответствовать требованиям федерального закона от 27 декабря
2018 года номер 498 ФЗ об ответственном обращении с животными. Их хозяева обязаны соблюдать санитарно-гигиенические, экологические нормы, требования пожарной безопасности и правила пользования жилыми помещениями. Как правило, жалуются на нарушение санитарно-эпидемиологических норм, запах и грязь, либо норм тишины и покоя граждан, если животные постоянно шумят. Для решения ситуации сначала надо попытаться решить вопрос миром, поговорив с владельцем. Если такой способ не действует или животные продолжают вести себя шумно, либо его хозяин не следит за чистотой квартиры, тогда нужно обратиться в правоохранительные органы или в суд. Подать жалобу на антисанитарию или шум вправе сами жители дома, чьи права нарушены, либо же управляющая организация. Управляющая организация вправе представлять интересы собственников, в том числе в суде. При составлении заявления в суд необходимо указать следующие требования. Привести квартиру и общее имущество многоквартирного дома в надлежащее состояние. Возместить нанесенный животными ущерб. Произвести дезинфекцию жилого помещения, а при необходимости всего подъезда. В качестве доказательств нарушения правил пользования жилым помещением можно использовать копии коллективного заявления от жителей дома в управляющую организацию и органы местного самоуправления и переписку с ними. Результаты санитарно-эпидемиологического обследования квартиры владельца животных, например, лабораторное исследование на содержание аммиака в воздухе. Материалы проверки участкового по данному факту. Акт проверки со стороны управляющей организации. Иные свидетельские показания. Фото и видеоматериалы. Отмечу, что вопрос о содержании в квартирах разных видов домашних животных и их количестве напрямую законодательством не урегулирован. Тем не менее, в постановлениях правительства Российской Федерации от 27 июня 2019 года номер 795 и от 27 июня 2019 года номер 819 прописан перечень животных, которых гражданам запрещено заводить. Это питомцы, представляющие опасность для их владельцев, например, крупные хищники или ядовитые представители фауны. Курение. Ограничение курения в общественных местах регулируется положениями закона номер 15 от 23 февраля 2013 года, которым установлено, что курение в многоквартирном доме запрещено в следующих помещениях: подъездах, подвалах и чердаках, лестничных клетках, детских площадках, лифтах, помещениях и офисах ТСЖ. Курить можно только в личных квартирах и комнатах, а также в специализированных для курения помещениях, построенных на территории жилого комплекса. Курилка должна отвечать требованиям, прописанным в приказе Минстроя Российской Федерации и Минздрава Российской Федерации от 30 января 2021 года номер 32 ПР. Если в доме расположены комнаты общежития коридорного типа, то коридоры и кухни, а также общие душевые и туалеты приравниваются к местам общего пользования, и курить в таких местах запрещено. За нарушение требований законодательства о запрете курения в многоквартирных домах предусмотрено административное наказание в виде штрафа в размере от 500 до 1500 рублей в соответствии с частью 1 статьи 6.24 КоАП Российской Федерации. Для тех, кто курит на детских площадках, штраф от 2000 до 3000 рублей в соответствии с частью 2 статьи 6.24 КоАП Российской Федерации. Если урегулировать конфликт мирным путем не получается, следует обратиться к участковому с предоставлением доказательств нарушения в виде фото или видео, устные и письменные доказательства свидетелей, письменный акт нарушения. Нарушение правил проживания в многоквартирном доме приводит к наложению административных санкций и ухудшению качества жизни всех жильцов. Чтобы избежать возможных штрафов и выселения, важно поддерживать общие помещения в надлежащем состоянии и учитывать законные права соседей по дому. Немало проблем жителям в многоквартирном домах жители с синдромом Плюшкина, а социальные люди, которые из своих квартир устраивают свалки, ночлежки и тому подобное. 1 марта 2023 года в действие вступили поправки в Гражданский кодекс Российской Федерации, согласно которым у нарушителей правил проживания можно изъять квартиру из собственности. Прописан механизм изъятия квартир у безответственных собственников или жителей, проживающих по договорам социального найма. Давайте подытожим. Если вы стали свидетелем нарушения правил проживания в жилом помещении, необходимо для начала обратиться в свою управляющую организацию, осуществить фото- и видеофиксацию нарушения при необходимости. Управляющая организация должна выявить случаи нарушения правил проживания в доме. Управляющая компания должна будет составить акты с привлечением свидетелей, направить собственникам, нарушающим правила, претензии, а также обратиться в органы надзора или в суд.